Вот, друзья, мы снова в глубинке, филиппинской глубинке. Ну, на самом деле это не так далеко от нас. И ради интереса я делаю вам репортаж. Вот гамак висит. Пожалуйста, вон свинья. Посмотрите, какие большие свиньи. Мы на самом деле смотрим ради интереса еще одну землю здесь. И идем, чтобы посмотреть. Нам покажут. Вот, посмотрите, какая большая хрюшка. А, смотрите, очень добрые, вот их так держат, видите, под, ну, видите, они в тени, и очень хорошо, потому что они в тени, им не жарко целый день. Вот, здесь нам показывают, что там лот. But what about right of way? Вот здесь есть 175 квадратных метров, 1 метр 2500 песо. Цена, ну, относительно минимальная для небольших кусочков, это минимальная цена, которую сейчас можно найти. And where is it right of way? Вон там проезд есть 5 метров. Вот бананы, видите. Эти банановые деревья. Area? It's the same right of way, yeah. The same right of way. So it's over here, right? The 175. 175. What? We have 179 also. Oh, over there. Okay. Короче, вот здесь есть пару участков по 175-179 квадратных метров. Да, и 2500. Ask what about that one for 1000, 2000 square meters? No, it's not for him. Ah, different. This one different also. But ask him, maybe Toto can show us. Maybe no owner, but... We don't know the lot. Mm. We'll see. Don't know the lot? Okay. Вот, друзья, мы продолжаем искать, смотреть. Вот еще одна свинюшка. Я, конечно, вы заметили, что я неравнодушен к свинюшкам. Вот, видите, как живут, но заодно смотрим, как живут филиппинцы. Вот, видите, вот сидят, живут здесь. Давайте пройдем. Вот, настоящая глубинка. Вот, посмотрите. Какой-то участок, но совсем в глубинке. Ну, не знаю. Это, конечно, не факт, что его нужно брать здесь. Но цена может быть интересная. Right of way over there, right? Over there. Five meters. But this area, this one? 179. But, just subdivide. Somebody want to buy 179. 179. Pila jud area ano ya? One. Ahong bahin one. It's a price or area? Oh, no. This lot show 1,000. It's a square meter, so price? Square meter. 1,000? 479. 479. Ну, короче, здесь 200. 2500 стоимость здесь, и размер они могут, площадь может быть 175 или 200,
могут сделать, могут поделить. Вот. Ну, несколько в такой глубинке, чересчур уж глубинке, честно говоря. Я, конечно же, вот очень бедные люди вокруг. Я бы сказал, что, ну, не нужно спешить приобретать такие. Такие участки. Two five? Two five? 2500 price. Ah, 2500. You can buy 179. Ah, he doesn't okay. want to sell 1479. He sell only 179. Because it's his lot also. Big lot, and he takes one part, 179, right? 179 for sale. For sale. 179 for sale. The right of way, 5 meters. 5 meters. Okay, okay. Okay, thank you. Thank you. Вот большой участок, 1000 с чем-то, но он продает только кусочек. Это его земля, и он оттуда продает только кусочек 179 метров. Но, конечно, нужно быть здесь. Не очень выглядит туристическое место. Вот, цена. Thank you. Будем рассматривать это как такую экскурсию в глубинку. Вот. Thank you. Вот. Прошли, посмотрели. Вот вам, пожалуйста, все. Такая вот. Ага. Yes, I understand. I understand. I got it. 2579. Ask, what about that 2000? Can we see it now or not? Ага, окей, окей. Ну, друзья, ну, будем считать, что мы просто сделали это как экскурсию. Я время от времени делаю такие прогулочки, просто чтобы посмотреть, познакомиться с рынком. Но если меня спрашивают, я могу что-то предложить своим гостям, которые приезжают в Манго Хаус. Вот, не то, что я сейчас прямо вот кувшины. Посмотрите, видите, кувшины самодельные. Вот. What they use this pot? Rasnin ask, what they use this one? For what? For what? Видите, для воды. Кувшины для воды такие. Вот, кувшины для воды. Ребятишки всегда довольны. Только я пришел сюда, сразу же ребятишки ко мне подбежали, начали здороваться. Ну и вот вам экскурсия. Как живут? Ну, достаточно вот филиппинцы, вот сельской местности. Вот вам такая экскурсия. Хотя это все рядом прямо с нами. И, в общем-то, то, что у нас сейчас, это уже, ну, все больше и больше становится городом. Сейчас поедем, посмотрим еще один участочек.